ли, мои красотули? С вами Окки-бобо! Ребята, сегодня мы поиграем с училкой, так как у нее вышла обнова. И я покажу и расскажу, как пройти два пранка. И перед тем, как мы начнем, для всех, кто любит искать пасхалочки, в этом видосике я спрятал 4 пасхалки в виде Робин Гуда, вот такого. Попробуй их найти и напиши тайм-код в комментариях. Ну, а еще подпишись на мой канал, если ты не сделал этого раньше. Жмякни вот эту красную кнопку подписаться. И все готово. А сейчас хватай вкусняшки. И мы начинаем. Первый пранк на сегодня. Прямо в яблочко. Погнали. Тыковка моя, ты уверена? Да не бойся ты. Красотища. Фух, надо штанишки менять. Какой там Робин Гуд? Я круче всех. А теперь я попаду в орешек. Что думаешь? Ой-ой, нет, у меня срочные дела. Надо уносить ноги отсюда. Стой. Вот эта училка, конечно, снайпер. Но на месте Фрэнка я бы не согласился стоять в качестве мишени. Хотя у него и выбора, походу, нет. Ха-ха. Ладно, пошли поздороваемся с нашим Робин Гудом. Ой, забыл звоночек позвонить. Динь-динь, динь-динь, ха-ха. Убежал? Ага, испугался. Конечно, слава миссис Ти уже разошлась по всем окрестностям. Ага, слава училке, которая издевается над мужем. А сейчас мы немножечко апгрейдим навыки стрельбы училки. Вот это смеху будет. План у нас очень простой. Нам надо достать ключ от шкафчика с линзами училки и немного над ними поколдовать. А как это сделать? Смотрите внимательно и сейчас все увидите. Надо будет забор еще выше построить, а то надоело уже отгонять тут всяких. Фрэнк, ты меня слышал? Ха-ха, так у вас же ворота были открыты. Как говорится, забор есть, а ума не надо. Хоть километр поставь, мы все равно пройдем. О, полотенце, позже пригодится. Фрэнки, ты куда убежал? Нам пора, давай выходи и пойдем тренироваться стрелять. Ага, уже бежит, он прячется от тебя походу. Да еще так, чтобы ты его точно не нашла. О, а вот и наша стремянка. Но чтобы ее взять, нужно дрова порубить. Вот так, готово. А это что там капает? Всю стремянку нам загадила. Кстати, она нам нужна, чтобы достать ключ. Сейчас покажу где. Ох, и тяжеленькая эта стремянка. И еще скользкая такая к тому же. О, тортик. Угостим училку, но чуть попозже. Пока у нас важная миссия. Не навернуться со стремянкой и забрать ключ. А вот и полотенце пригодилось. Вытрем стремянку от масла. Потом поднимаемся. И ключ у нас. Пока все идет как по маслу. А сейчас мы раскроем секрет училки. Как она так метко стрелять научилась. Ребята, а вы как думаете, где миссис Ти так научилась стрелять из лука? Пишите в комментах. Я вот, например, думаю, что она такая старая, что с луком еще на мамонтов охотилась. Ха-ха! Ну или это все ее линзы. Может, она с помощью их так хорошо стреляет. А прикиньте, если это правда. Так-так-так, надо все узнать. Фрэнки, иди-ка сюда, у нас есть дела, да еще важные. О, смотрите, наш соколиный глаз что-то задумала. Фрэнк, ну где же ты? Да прячется он от тебя, ха-ха. Что? И ты тут? Конечно, и всем расскажу, что ты стреляешь так хорошо только из-за линз. Врешь, я сейчас тебя поймаю. Лови лучше тортик, ты какая-то нервная. Говорят, сладкое уменьшает стресс, ха-ха. А вот за то, что ты такая обманщица, мы тебе покажем еще. Ну держись, я найду тебя. О, хот соус, то что нужно. Быстренько закидываем линзы туда. Ты не убежишь от меня, никому от меня не убежать. Пойду-ка я за луком. Иди, иди, я как раз помогаю тебе лучше видеть. Ха-ха. Ну я тебе покажу. Что ты мне покажешь? Ты нас за 5 метров не смогла увидеть. Ха-ха. Ну тогда ты покажи, а точнее покажись. Ага, ща, бегу и прыгаю. Чувствую, ты тут, осталось поймать тебя. А нам осталось положить наши острые линзы назад. Думаю, что они точно повысят твою остроту зрения. Ха-ха. Я слышу тебя. Вот сейчас возьму лук и пущу стрелу тебе в одно место. Да-да, конечно. Так, повесим замочек и пранк готов. Ключ забираем и его нужно занести и повесить назад на его законный крючок, чтобы у училки не возникло подозрений. А пока мы отнесем ключ, зацените мой второй канал Локи Бобо Влог. Там много прикольных видосиков из моей реальной жизни. Подпишись, ссылочка в описании. Готово. Думаю, пранк удастся на все 100%. Но перед этим предлагаю использовать по назначению еще парочку пирожков. А то на голодный желудок наша лучница еще не сможет тетиву натянуть. Все, Фрэнк, если через 2 минуты я не увижу тебя во дворе, то я возьму топор и буду метать им и искать тебя. Давай выходи, мой пупсик, а я пока за линзами. Ты опять мой торт взял? А ну положи. Положил, ха-ха. Ха, Мазила, может тебе дать уроки меткости и ловкости? Отличная идея. Давай, Робин Гуд, покажи мне свою ловкость. Ха-ха, не словила.
было, но ничего, бывает. Видишь, я тоже меткий. Я в бешенстве! Поймаю тебя и буду тренироваться! Станешь моим ассистентом по стрельбе вместо Фрэнка! Ага, всё, размечталась! Тренируйтесь там сами, а меня попрошу в это не втягивать. Тем более ты нас уже не поймаешь. Так что бери там свои линзы и ищи своего Фрэнка. Точно, линзы и Фрэнк! Фрэнк, тебе нечего бояться! У меня все под контролем! Давай вылазь из чулана! Тыковка моя, может, не надо? Ха-ха-ха-ха! Надо, Фрэнк! Ща одену линзу, соколиный глаз! Это будет мировой рекорд! Ой, что-то не так! А-а-а, чего ж там печет? Упс! Ах, как печет! Я лечу! Ох, первый раз промазала! Ха-ха-ха, пранканули мы тебя! Следующий пранк, топор боли, гоу! Мне сказал психолог научиться расслабляться, а метание топора – лучшее занятие для отдыха. Есть! Еще разок! Опа! Давай! Эй, что такое? Ложись! А это что было? Тыковка моя! Ох! Ха-ха! А Фрэнк, походу, в школу и не ходил. Вот не знаешь, что магнит притягивает металл. Вы видели? Он припер магнит в место, где топор летает. Ну, прям гений. Но это крутая идея. Прикрепить магнит к шлему училки. Только знать бы, куда он его положил. О, краска. Нам она пригодится. Возьмем-ка и давайте-ка немного поднимем градус страстей в этом доме. Тортик нам тоже не будет лишним. А сейчас подождем, пока в доме станет очень жарко. И Фрэнк покажется на горизонте. Затем он снимет свою куртку, и мы начнем действовать. Кто там натопил? Ох, как жарко! Бросаем? Блин, упал не так! Ну, Фрэнк, тебе повезло! Фрэнк, ну вот кто же в куртке по дому ходит? Иди раздевайся! Конечно, тебе жарко! Так, надо размяться перед метанием! Раз, два, три, четыре! Фу, 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 фу! Вот так хорошо! Я так метну топор, что меня возьмут викинги! И я буду лучше Тора! Хо-хо-хо-хо! Все с тобой понятно, училка. Кажется, крыша мести окончательно поехала. Тю-тю! Блин, а Фрэнк пока дотопает, 3 дня пройдет. Ох, как хорошо! Теперь можно пойти помыться, а то я весь вспотел. Отличная идея, Фрэнк. А мы пока пошаримся в твоей домашней куртке. Вот у всех людей домашний халат, а у Фрэнка домашняя куртка. Ха-ха! Так, берем ключ и го к машине. Как раз посмотрим и заценим тачку Фрэнка. Вот думаю, что это старый скучный драндулет или нет. Ух ты! О, прикольная тачка! А вот и магнит. Крутяк! Осталось только спрятать его в шлеме нашей миссис Викинг! Не могу дождаться, когда снова брошу свой топор! Динь-динь! Доставка топоров! Что это? Ты кого-то ждешь, мой пупсик? Нет! Странно! Наверное, мне показалось! Показалось, показалось, училочка! Тебе все кажется? Давайте вернем ключ от тачки обратно Фрэнку! А-а-а! Это ты пришел меня позлить? Ну, конечно! Тебе полезно перед метанием набраться боевого духа! А-а-а! Именно из-за тебя я занимаюсь успокоительным метанием топора! Честно говоря, это тебе не очень помогает! Ха-ха! Ладно, пошли найдем ее шлем и немного его изменим. А то он совсем не подходит для училки. Лови его! Кого? Позади тебя, дубина! Ха-ха! С реакцией у нашего Фрэнка прям беда! Никакого толку от тебя нет! Все самой надо делать! Училка, неужели ты теперь будешь метать топор в мишень, а не в мужа? Ха-ха! Если ты будешь делать все сама, тогда сходи сделай нормальную температуру, а то что-то я замерз. Где моя курточка? О, вот, сам же ее тут и повесил. Стоп, а где ключ от машины? О, вот он! Да-да, он там лежит. Ты хорошенечко сначала бы посмотрел. Ну, точнее, пощупал. Такс, а сейчас время апгрейдить шлем нашей викинши. Магнит прилепили, теперь покрасим. Отлично, будет красивый девчачий шлем с рогами. По-моему, для метания топора идеально. О, энергетик, в самый раз. Ты что там делал? Ой, валим отсюда, и быстренько. Мы ничего не делали, просто наслаждались красотой твоего розового шлема. Ха-ха! Мягкое приземление! Крутяк! Не зря столько лет Фрэнк этот мягенький газон растил! Ушел, блин! Надо было его заставить отполировать мой шлем! А то, наверное, он его полопал! Фу! Сама ты фу! Думаю, с этой тачки будет очень круто видно наш пранк! Прости, Фрэнк, но мы тут подтопчем немножко твою ласточку! Она такая крепенькая! На этой крыше даже прыгать можно! Крутяк! Училка, давай быстрее, одевай свой шлем! Ну что, время метнуть топор! Шлем? Топор? Я готова! Что-то пошло не так! Отстань! Отстань от меня! Фу-фу-фу! Плохой топор! Нет! Помогите! Спасите! Дурацкий шлем! Фух!
смотри! Ха-ха-ха, пранканули мы тебя! Вот это прикольные пранки получились! Ребята, как вы думаете? Напишите в комментах! И если вам понравился видосик, то поставьте лайкосик! А сейчас время ваших комментариев! Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты! Я это очень ценю! И если ты не попал в этот видосик, то не расстраивайся! Напиши коммент под этим видео, и, возможно, тебе повезет! А на сегодня все! Всем пока-пока! До следующего видосика!